Здравствуйте! В эфире канала «Россия» информационная программа «События недели». В студии Мадина Лайпанова. На этой неделе глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в режиме ВКС под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. На повестку дня вынесли вопросы, касающиеся реализации программ дорожного строительства, реконструкции и капремонта федеральных, региональных и сельских дорог. Как отметил вице-премьер, в среднем по стране в минувшем году отмечены лучшие результаты. Перевыполнены показатели по реализации нацпроекта «Безопасность». Опасные качественные дороги. По словам Рашида Темрезова, в Карачаево-Черкесии поставлена цель не только не сбавлять набранных темпов, но и совершенствовать работу. В текущем году по нацпроекту в республике будут приведены в нормативное состояние 26 километров дорог и 6 мостов. Еще свыше 5 километров дорог местного значения реконструируют по программе комплексного развития сельских территорий. Еще один вопрос повестки совещания касался мер по снижению аварийности на дорогах. По словам Рашида Темрезова, в этом году планируется установить на дорогах республики порядка 30 дополнительных стационарных комплексов фото-видеофиксации. Рашид Темрезов встретился с матерями и женами военнослужащих. Женщинами, которые своей решительностью и стойкостью духа вдохновляют наших бойцов и служат примером многим. Конечно, на встрече самым важным было узнать, чем живут семьи военнослужащих, чем мы можем еще помочь, какие вопросы остаются открытыми, отметил глава. Присутствующие внесли свои предложения по расширению пакета региональных мер поддержки. Обсудили и точечные, персональные, острые вопросы и системные решения. Абсолютно все озвученные пожелания уже в работе и на контроле руководителя региона. Затем глава вручил государственные награды и присвоил почетные звания жительницам республики за профессиональные заслуги в области здравоохранения, спорта, культуры, образования, юриспруденции, торговли и сельского хозяйства. С торжественной церемонии репортаж Альбины Ламковой. Такое количество цветов, наверное, бывает один раз в году. У входа в зал всем гостям вручали букет тюльпанов. Весенние цветы в разных расцветках подняли всем представителям женского пола настроение. В зале собрались представители разных профессий. Приятным и душевным сюрпризом стало поздравление бойцов с передовой, защитников Родины. Чтобы вы были такими женственными, нежными и милыми. Желаю вам больше радости, чтобы ваши слезы будут течь только слезы радости в вашей жизни. Искреннее тепло всех присутствующих поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Этот день по праву считается символом доброты, тепла и любви. Когда нас перенасыщают чувства восхищения и благодарности к дорогим нашим женщинам, отметил глава региона. Добавив, что вы преуспеваете во всех сферах жизнедеятельности, оставаясь чуткими, любящими, заботливыми хранительницами очага. Обратился с благодарностью и к многодетным мамам. Отдельную благодарность хочу выразить матерям, которые воспитали настоящих патриотов и героев, которых мы сейчас с вами видели на экране, которые поздравляли вас с 8 марта, и которые защищают нашу страну в ходе специальной военной операции. Не хватит, наверное, всех слов, чтобы выразить вам наше восхищение и признательность. Низкий вам за это поклон. Дорогие женщины, мамы, бабушки, прабабушки, от всей души поздравляю с вашим праздником, желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и всегда такого классного весеннего настроения. Затем руководитель республики вручил женщинам государственные награды. Дарико Ильканова получила звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В сфере образования она работает более 50 лет. Я этим званием очень горжусь. Хочу сказать, что все знания, все свой опыт буду стараться передавать молодому поколению. Хочу сказать, для того, чтобы я достигла этой цели, многие мне помогали, многие направляли. Хочу сказать большое спасибо им. Хочу сказать большое спасибо главе Карачаево-Черкесской республики. Поддержать Дарику Сиитовну пришли родные. Это моя внученька. Как тебя зовут? Дария. Дария, ты будешь учительницей, как твоя бабушка? Да.
На мероприятии получили государственные награды 26 человек. Все они настоящие герои труда самых разных профессий. Принципиальность, настойчивость в достижении целей позволяют добиваться хороших результатов. Лёля Искендарова – социальный работник. В этой сфере она трудится более 17 лет. Говорит, очень волнительно получить высокое звание, так как это не только оценка твоего личного труда, но и большая ответственность, которую надо оправдать. Чувства, конечно, переполняют. Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо большое всем, кто за меня ходатайствовал, моим коллегам, министру Руслану Асевичу Шакову. Всем моим девочкам отдела. Зал был наполнен атмосферой весеннего настроения, улыбками и радостью зрителей. Праздник прошел на веселой и позитивной волне. Яркой частью торжества стали вокальные хореографические номера, исполненные артистами нашей республики. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи. Альбина Ламкова, Либо Станов, Вести, Карачаево-Черкесия. Какие программы необходимо реализовать? Какой регион страны нуждается в улучшении или развитии той или иной сферы? Ответы на эти вопросы помогает получить работа сотрудников Росстата. Гость нашей программы – начальник отдела организации проведения переписи и обследований в Карачаево-Черкесии Северокавказстата Кулистан Шидакова. С ней беседовала Алла Динаева. Здравствуйте, Кулистан Магомедовна. Расскажите, пожалуйста, вот помимо масштабных кампаний переписи, какая еще важная работа проводится вашими сотрудниками вот в данное время? Здравствуйте, Алла. Наряду с тем, что традиционная статистика занимается прием и сбор отчетов от организации предприятий, не менее важна другая составляющая в нашей работе – это проведение опроса населения, домохозяйств. И здесь у нас с каждым годом эта работа все шире и шире. Вот начиная в данном случае, сегодня я хотела бы рассказать об обследовании населения на предмет его здоровья. Называется «Состояние здоровья населения», наименование обследования. Его мы проводим, начиная с 2019 года, на ежегодной основе. Кулистан Магомедовна, расскажите, а эта работа будет продолжена дальше? Да. Опять же, в сентябре у нас уже Росстатом, ведь нам выборка приходит централизованно с Росстата. Уже мы получили населенные пункты, в которых будет проходить опрос, проверили их на предмет достижимости, то есть все наши интерьеры везде смогут пройти, проехать, опросить. И отчитались Росстат, что мы готовы. И летом будет подготовка к нему, а в сентябре опять наши интерьеры пойдут в поле для того, чтобы получить итоги за текущий год, опрос провести. Выборка определяется централизованно, научно обоснованным методом в Росстате и спускается прям по адресно. Вот у нас обычно это 11 населенных пунктов, каждый адрес прописан. И даже на площадке одна квартира попадет, а другая нет. 11 населенных пунктов Карачаево-Черкесии – это вот какие населенные пункты? Со всех районов? Да, со всех районов. Традиционно республиканский центр всегда. Три участка попадает и 27 домохозяйств в каждом из 11 населенных пунктов. С 2019 года вы проводите вот обследование такое, результаты каковы? Расскажите, пожалуйста. А вкратце бы вот хотела я остановиться. Значит, вначале мы выясняем, как респондент оценивает состояние своего здоровья. Так по итогам у нас получается, что как очень хорошее, но у нас, скажем, небольшой процент в регионе, всего лишь 8 с небольшим процентов опрошенных респондентов оценивают свое здоровье как очень хорошее. А если же говорить в масштабах округа, то тут у нас есть те, которым, как говорится, мы и рядом не стоим. Это Чеченская Республика. Практически 45% населения оценивают свое здоровье как очень хорошее. Немногим менее, вот 8,2 мы говорим, чуть более, да, 8,7 оценивают как плохое. Опрошенные, да, вот. А те, которые оценили себя как хорошее и удовлетворительное, они тоже рядом. 42% сказали, что хорошее считают здоровье, 39% населения считают удовлетворительное. Понятно, да, что как мы себя оцениваем, респондент, и на самом деле какое его здоровье, эти данные могут существенно расходиться. Но опять-таки это важно иметь эту информацию для того, чтобы оценить, как вот те социально-экономические факторы, да, которые влияют на его жизнь, как они вот влияют на оценку состояния вот им самим своего здоровья.
Вот. Если говорить в плане психологическом, тут мы тоже опрашиваем, спрашиваем, как вы себя чувствуете, насколько бодрым, спокойным, раскованным, отдохнувшим, раздражает ли там вас что-то и так далее. То есть вот эти факторы, они тоже дают возможность такой психологический портрет сложить респондента. То есть там 5 вопросов касаются психологического благополучия, и по 5-бальной шкале, вот, получая там 13 и выше, это значит, у респондента относительно хорошее психологическое благополучие. Вот. И начинаем далее, идем с того, что насколько часто, ходит ли он последние 2 года на диспансеризацию. Каждый год мы это выясняем. И следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом, доля вот, населения, ну тут у нас в гендерном разрезе мужчины и женщины, и те, которые ходят на диспансеризацию, проходили последние 2 года диспансеризацию, она ну, увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Причем в сельской местности тоже имело вот такое заметное увеличение. Мы наблюдаем увеличение темпы роста, да, положительные, как приверженность населения, высокая приверженность здорового образа жизни. Это означает вот соблюдение таких 5 условий. Значит, не курит человек, потребляет не более 5 граммов соли в день, у него 150 минут умеренной нагрузки физической или 75 минут интенсивной в неделю. И потребление алкоголя в виде чистого этанола, спирта, да, для мужчин не более 168 грамм и для женщин 84. Вот положено не менее 400 грамм, мы сказали, овощей и фруктов в ежедневно потреблять. Это тоже относится к высокой приверженности здорового образа жизни. А расскажите, как, если сравнить с нашими соседями, с соседними субъектами, как выглядит Карачаево-Черкесия вот на фоне субъектов наших других? Высокая приверженность здорового образа жизни. Да, что если посмотреть, у нас тут Ингушетия лидер 29%, у нас 10,7% мужчины. То есть вот если в масштабах округа смотреть, так вот в целом, да, по многим показателям, не только по одному, в числе первых позиций традиционно идут Ингушетия, Чечня. Там, где занятия самостоятельно, спортом, такой тоже есть вопрос. Там у нас лидеры Дагестан, Кабарда. Мы отстаем. То есть куда стремиться и над чем работать. И это же и разъяснительная работа, и другие мероприятия органов в этой сфере управления, да, которые для этого и созданы, чтобы политику эту государства проводить в соответствующей сфере. А здесь видно по, опять же, итогам, что мы где-то в середине находимся, не так активно у нас это, ну как, население, хотя в селе, да, у всех есть личное подсобное хозяйство, но показатели, они не настолько вот такие, чтобы говорить, что да, у нас все хорошо, много этого потребляется овощей и фруктов. Это тоже недостатки в питании, это тоже ведет к различным заболеваниям. Поэтому информация, вот, она вот в плане здоровья, конечно, неоценима для того, чтобы для органов здравоохранения, куда сосредоточить свои усилия. В плане занятия спортом, для других в сфере спорта, да, где дальше. Если мы видим, что на селе уже показатели хорошо, а в городе хуже. Если говорить о вредных привычках, у нас доля тоже высока тех, кто не курит табачные и нетабачные, курительные и некурительные изделия. Это тоже здесь формируется информация. Но по сравнению с Чечней и Ингушетией мы довольно-таки отстаем. Вот у нас показатели были прям очень низкие в прошлом году, а по итогам 2022 года заметно возросли. И в плане мужчин и женщин тоже. Причем до 2022 года лидировали, скажем, здоровый образ жизни женщины на селе. То уже в 2022 году наиболее высокий показатель сложился женщины, проживающие в городской местности. Есть там и такие вопросы, как знаете ли вы, имеете ли вы представление о том, рациональном режиме и о питании, да, вот здоровом, имеете ли вы представление. И очень удивительно было, что ведь невелик процент, даже 1/3 не составляет тех, кто хорошо осведомлен.
А 15% ответили, что они вообще ничего не знают. И, конечно, а те, которые так относительно знают так не очень хорошо и что-то слышали, таких тоже. Они как бы примерно одинаково распределились. Те, которые знают, не очень хорошо знают. И это говорит о том, что люди же должны знать, чтобы образ жизни улучшать постепенно. Хотя один из критериев – это же занятие спортом. По нему тоже мы видим, особенно на селе, что значительно возросла доля тех, кто занимается организованно спортом. А вот я думаю, что это в итоге, мы же видели, компании были такие в течение последних нескольких лет, когда открывались в каждом районе, в сельских населенных пунктах спортшколы, спортзалы и так далее. И вот, мне кажется, итог как раз таки свидетельствует о том, что какие-то мероприятия, они успешно претворяются в жизнь, и это видно по ответам наших респондентов. Рустам Магомедовна, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Сейчас реклама, после продолжим. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера 0+. Шубы со скидкой 50% в рассрочку. Новая демисезонная коллекция пальто и курток. Ветские меха, троллейбусная остановка на кругу, город Черкесск. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу монтажера со знанием программы Adobe Premiere, телеоператора, а также ассистента режиссера. Возможно обучение. Обращаться по номерам код города 8 878 2 22 04 75, мобильный 8 928 026 12 70. Или по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51. В телерадиокомпанию ГТРК «Карачаево-Черкесия» требуется журналист для создания и ведения программ на русском языке. Основные требования – креативное мышление, грамотная устная и письменная речь, приятная внешность, хорошая дикция. Наличие профильного образования и опыт работы приветствуются. Справки по телефону 8 928 390 38 89. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу водителя категории «Б». Обращаться в отдел кадров по номеру код 8 878 2 2205 47. Мечты сбываются, если за них бороться, гласит известный афоризм. На протяжении нескольких лет шла к своей цели Люба Московская. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, наперекор судьбе она преодолевала препятствия и сейчас занимается любимым делом. И сегодня Люба Московская – гость нашей программы. С ней встретилась Светлана Шаганова. Здравствуй, Люба. Как к тебе обращаться, Люба или Любовь? Люба, просто Люба. Ты Люба Московская. Это псевдоним или твоя настоящая фамилия? Это моя по паспорту фамилия и имя. Такая необычная фамилия, но звучная, яркая. Наверное, она связана с микрорайоном Московский, где ты раньше проживала. Ну, произошел такой инцидент, что меня нашли там, в Московском. И дали мне, я была ребенком без имени, без фамилии. И мне дали в честь микрорайона Московского. Mm-hmm. Московская. На мой взгляд, ты очень творческий человек, и в беседе ты говорила, что хорошо рисовала, и у тебя неплохо получается. У нас были кружки рисования, к нам преподаватель приходила и нас учила там все рисовать. Тебе хорошо умею срисовывать. Любой предмет, любого человека. Я даже училась лицо человека рисовать.
Тебя хорошо воспитали. Наверное, твои учителя, наставники. Скажи, ты сейчас поддерживаешь с ними отношения? Редко с кем общаюсь, но когда приезжаю в гости в детском дом, конечно, мы общаемся, мы друг друга приветствуем тепло там. Меня тоже с подарками отправляют оттуда. Я тоже стараюсь максимально радовать их. В общем, я, знаете, им благодарна за их воспитание для меня. Они меня очень хорошо воспитали. В этом детском доме реально очень хорошо воспитывают детей. И я просто им благодарна, то, что меня воспитали просто очень хорошо. Сколько лет ты жила в детском доме? 6 лет, вот, 20, вот мне было 19-20, меня туда выпустили. И после ты поступила, я знаю, в лицей. В какой? 4-й лицей. На индустриально-технологический колледж. Я туда поступила учиться на две профессии. Вот 4 года проучилась там. И какие у тебя профессии? Оператор АВМ и повар. Что связано с компьютером, я могу разобраться, понять причину и так далее. А вот повар, я вам скажу, я не очень хорошо повар училась. Не буду вам врать. Ну, все равно, ты же что-то готовишь вот дома. Конечно, я не скажу, что я вообще ничего не умею готовить. Знаете, вот всех вот... У меня всегда интерес к людям, знаете, какой? Меня вот когда спрашивают, как ты живешь одна, типа, умеешь ли ты готовить, умеешь ли ты там убираться? Это, конечно, я умею. Конечно, я приготовлю для себя, для гостя своего. Люба, мечта, к которой ты пришла, она давно зародилась? Где-то 12-13 лет наблюдала за Гуару. Она была уже тогда знаменита. Ее показывали по пятнице. Канал по утрам в час с 7 до 8 утра. И я за ней наблюдала, я пока она не закончится, я не уходила на завтрак. У нас 8 часов всегда был там в детском доме завтрак. И я наблюдала за ней каждый раз. Потом, когда выпустила детского дома, опять же, я нашла ее в Инстаграме. И в Инстаграме наблюдала за ней. В общем, она тебе запала в душу. Да. И ты хотела вот красить так, как Гуар, да? Наносить макияж? Смотрите, я не стану лучше Гуар, понимаете? Потому что это самый знаменитый визажист. И никто с ней не сравнится. Но я благодарна Всевышнему, то, что он с ней меня познакомил, дал возможность у нее обучиться мейку. И я более как бы профессионально к этому подхожу и как бы знаю, что, как нанести. Поэтому в любом городе, в любой стране я не пропаду. Сейчас это востребованная профессия, и мы без мейка, ну, никуда. Как воплотилась твоя мечта? Это ведь не просто собрать чемодан и поехать в Москву Гуар на обучение. Ну, впервые я с Гуар встретилась в Нальчике. А благодаря сердцу КЧР они с ней смогли связаться с Гуар и попросили ее со мной встретиться. И Гуар обещала мне обучение. Как только у меня будет обучение, она меня пригласит. И вот в этом году, в начале этого года, я этого сама не ждала. Я планировала как бы весной, думала летом. Но вот в начале этого года я поехала на обучение Гуар. Расскажи о встрече, поделись своими впечатлениями. Она была очень красивая, загорелая, очень темненькая, высокая, талантливый человек. Вообще тут слов не скажешь ничего. Мастер своего дела. И главное, она очень хорошая, как человек. Она очень хорошая и очень добрая. Какую оценку тебе поставила Гуар после обучения? Она сказала, что ты очень талантливая. Вот она просто очень ко мне хорошо отнеслась. Она знает свою профессию, она показала, от А до Я все по полочкам разложила. И главное, ты получила сертификат от Гуар, да? Да, я получила сертификат, официальный сертификат от Гуар. Скажи, пожалуйста, вот эту поездку кто оплачивал? Гуар оплачивала и проживание, и питание, все Гуар оплачивала, Гуар Висян. 3 дня ты была в Москве, да? Три дня. Но еще в Москве удалось где-то побывать тебе? Конечно. Там живет моя очень хорошая знакомая. Мы с ней тоже очень хорошо дружим. С малых лет дружим, потому что она к нам приезжала в детский дом и с нами общалась. Она моя ровесница,
Она очень хорошая девушка. И я попросила ее, типа, пойдем погуляем на второй день или третий, точно не помню. Третий день. Последний день. И я сказала, да, конечно. И она меня забрала, мы гуляли весь вечер, всю ночь в Москве. И поверьте, я не пожалела, что я поехала в Москву. Я хоть часть Москвы увидела, понимаете? Увидела. Вот. Ты впервые была в Москве, да? Впервые, да. Планирую, иншаллах, планирую на свой день рождения поехать. Люба, какую веру ты исповедуешь? Я карачаевка. У меня фамилия русская, московская. И все, когда узнают, типа, московскую, ты из Москвы, меня это чуть-чуть поражает, потому что, ну, нет, почему сразу из Москвы? Я говорю, нет, я из поселка Московского, Суджигуты, КЧР. Ну, ты веришь в Бога? Конечно, конечно. Вы что? Во-первых, как я могу не верить в Аллаха, как бы, да, Бога? Никак я не могу. Если, смотрите, вот всего, что сейчас я добилась, да, там, поехала в Гуар, там, поехала, там, стала визажистом, это всего лишь благодаря ему. Если момент будет такой переломный в жизни, значит, я его тоже должна пройти, понимаете? Я такой человек, я позитивный. Я на все смотрю, знаете, с позитивом. Я никогда не унываю. Да, конечно, как и все люди, я расстраиваюсь, да, унываю, потому что есть моменты, которые очень сложные прохожу. Есть моменты, когда я одна прохожу, понимаете? И как бы об этом я не могу ничего никому сказать. Но я прохожу это одна. Я считаю то, что я знаю, что... Я верю в себя, я верю в Всевышнего. Я знаю, что эти времена трудные, они... Не вечно. Да, говорят, Всевышний дает нам испытания, и мы должны пройти достойно. Да. Вот скажи, люди вот с ограниченными возможностями здоровья, да, бывает опускают руки, да? Знаете, вот ты самое... совсем другой человек. Знаете, вот вы меня просто мою задушу тронули, потому что я так, знаете, я жила с такими людьми, и я знаю, что такое ограничение людей, да, ограничение здоровья. Это моя любимая тема сейчас. Вот, прикиньте, вот, я раньше об этом не думала, я сейчас об этом задумалась. Я такая, если я с инвалидностью, я не буду стесняться, я не буду смущаться, то, что у меня есть инвалидность. Да, я скажу любому человеку, у меня есть инвалидность второй группы, ДЦП, но это не факт, что на этом мы должны закрыться в доме, все плохо и так далее. Типа, и на этом нельзя, типа, останавливаться. Мы должны стараться жить, мы должны выживать, мы должны верить в себя, как бы, понимаете? Если люди обычные, да, могут достигать своей цели, почему мы не можем? Почему мы не... Моя цель в этом году — просто поднять себя и дать людям с ограниченными возможностями понять, дать понять, что мы тоже много можем добиться, многого. Это не означает, что у нас есть мы на коляске или мы парализованы. Если у тебя голова, речь, ты слышишь, ты видишь, все нормально, все руки, ноги, не помеха. Не помеха, поверьте. Просто главное, есть же, главное желание. Главное желание стремиться жить. Главное желание стремиться достичь чего-то, понимаете? Как у меня сейчас есть, понимаете? Желание стремиться к чему-то. С чему-то, понимаете? К чему я сейчас и иду. У меня есть определенная цель, к которой я иду сейчас. Люба, ты уже достигла определенных хороших результатов, и твоя мечта на сегодняшний день – открыть свой кабинет, где ты будешь работать. Нужен кабинет. Нужно хотя бы маленький уголок, понимаете? Для себя, для своей работы. А у меня сейчас этого нет. Понимаете? Я сейчас в поиске кабинета, в поиске уголка и оборудования, чтобы принимать спокойно людей. А вдруг вот найдутся такие меценаты, которые могут оказать тебе в этом поддержку, Люб? Знаете, я не отказываюсь от помощи.
никогда не отказываюсь в помощи. Но и не прошу помощи никогда, понимаете? Я стараюсь решить сама свои проблемы, сама свои некакие, кое-какие вопросы, да, например, с финансами, с оборудованием и так далее. Если, конечно, вот завтра или послезавтра, или через неделю, через год обойдутся такие люди, конечно же, я приму помощь. Конечно, я не откажусь от помощи. Получается, ты рассчитываешь вот на свои силы. Да, да, понимаете? Я не вижу смысла рассчитывать на какого-то человека, понимаете? Я должна сама стремиться к этому. Я должна сама что-то делать в своей жизни, чтобы достичь красивой, успешной жизни. Ну, ты уже много достигла. Вот своими ручками, да, своими силами. Ты такая хрупкая, такая обаятельная, да? Люба, у каждого человека есть своя мечта. Вот ты о чем мечтаешь? Сказать честно, это я еще пока ничего не достигла, поверьте. Это просто я прохожу этап своей жизни, понимаете? Просто себя пробую в ней, понимаете? Вообще у меня мысли, конечно, разнообразные. Я хочу много чем заняться. У меня есть огромная мечта. Огромная мечта – это помогать таким же людям, как я, а точнее мотивировать их, понимаете? Я хочу стать хорошим визажистом, да, там, открыть свое дело, неважно какое. На дальнейшем, иншаллах, все узнают об этом. Я просто хочу дать понять людям, как я, дать понять, чтобы они услышали меня, понимаете, что мы тоже можем что-то делать в своей жизни, можем чего-то достичь, работать в тот же миг, понимаете? Мы можем всего, и чтобы они это услышали. Люди с ограниченными возможностями здоровья вот такие же, как и все. Да, говорят, конечно, говорят. Но это те люди, которые верят в нас. Есть люди, которые не верят в нас. Если человек в тебя верит так же, как в себя, то я думаю, ты тоже в себя поверишь. Согласитесь, если я буду верить в вас, вы же в себя поверите. Согласитесь? Так и у людей происходит. Если в меня поверит человек, я тоже поверю. Я встану и пойду делать свое дело, свою работу. Так что я считаю то, что если я поверю в любого человека, неважно, да, девочка, мужчина, женщина или ребенок, он просто возьмет свои силы и пойдет работать, достичь своей цели. В общем, нужно верить, трудиться. Верить Всевышнего и трудиться, конечно. Без труда у нас деньги не упадут с небес. Понимаете, деньги не упадут, и на карточку тебя никто не кинет. Люба, успехов тебе. Спасибо за эту встречу, спасибо за интервью. Жены военнослужащих Карачаева-Черкесии присоединились к фотопроекту «Жены героев», который с начала его реализации приобрел всероссийский масштаб. Фотографии говорят сами за себя. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что данный проект особенно важен, и сказал, что ничего не может быть важнее поддержки любящей семьи. «Когда в тебя верят и ждут дома, ты способен на многое». Выражаю слова искреннего восхищения нашим женщинам, женам, матерям и сестрам героев Карачаева-Черкесии. Не только словом, но и делом. Вы вкладываете все свои силы в нашу общую победу. Вы – крепкий тыл за спинами наших бойцов. Ваши сердечные слова любви и заботы с надеждой на лучшее придадут смелости и отваги нашим парням и, словно оберег, закроют их от бед и невзгод. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до новых встреч! В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера 0+. Шубы со скидкой 50% в рассрочку. Новая демисезонная коллекция пальто и курток. Ветские меха, троллейбусная остановка на кругу, город Черкесск. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу телеоператора. Возможно обучение. Обращаться в отдел кадров по номеру код 8-878-2-220547. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу –
монтажера со знанием программы Adobe Premiere, телеоператора, а также ассистента режиссера. Возможно, обучение. Обращаться по номерам код города 8 877 22 22 04 75, мобильный 8 928 026 12 70, или по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу водителя категории «Б». Обращаться в отдел кадров по номеру код 8 878 2 22 05 47.